Только в России может такое происходить, где правят деньги, а не закон. Произошел такой случай из реальной моей, к сожалению, жизни. После урагана много валилось деревьев ненужных. И стало быть, можно их убрать, чтобы не мешало диким лесным животным, грибникам, ягодникам, кто в лес ходит, чтоб не перешагивать, не ломать ноги. Я обратилась к леснику. В итоге я услышала такой ответ, что меня поразило до глубины души. Я разрешу вам убрать дерево мешающее, но для этого должны заплатить 15 тысяч. Хорошо. Но что сказать на это, когда дерево пилят незаконно и продают незаконно сами лесники? Так чего стоит навар у лесника? Неужели закон на той стороне, у кого деньги и власть? Глупо и смешно задавать вопрос, когда знаешь ответ.